меня? А, отдай. А ты что это в лыжах и с бадминтоном? Ты собрался на конкурс рассеянных людей? Нет, я играю. Одновременно в бадминтон и в лыжные гонки? Ну, мамочка, я люблю ведь и бадминтон, и лыжи. А сначала надо зиму ждать, потом лето ждать. Ванюш, но ведь у каждого сезона своя прелесть. Зимой лыжи, летом бадминтон. Ну, в том-то и дело, что надо ждать. Знаешь, ты напомнил мне об одной интересной книге. Она как раз и рассказывает о том, что все должно идти своим чередом, иначе могут случиться какие-то неприятности. Это сказка советского писателя Самуила Яковлевича Маршака. И называется она «12 месяцев». О, люблю сказки. А что там? Это история про одну девочку, у которой была очень злая мачеха, и она все время задавала ей разные трудные задания. Однажды эта злая мачеха отправила свою падчерицу в лес за подснежниками зимой. Взрослая тетя и не знает, когда подснежники собирать. Я думаю, что она знает, но дело в том, что в этой книге есть еще одна героиня, королева той страны. Эта королева была тоже девочкой, причем очень вредной, капризной. Она не хотела учиться, она только хотела повелевать, и чтобы все ее слушались, даже силы природы. И вот эта королева предложила корзину золота тому, кто принесет ей корзину подснежников. Причем она была настолько невежливая и невоспитанная, что она еще и очень грубо разговаривала со своим учителем, стареньким профессором. А вы знаете, что я могу вас казнить? И даже сегодня, если захочу... Профессор роняет книги. Ваше Величество, королева. Да-да, могу. Почему бы и нет? Ой, какая глупая королева. Она скорее не глупая, а просто очень невоспитанная и хочет, чтобы все было по ее. Почему бы тебе, кстати, не взять в руки краски и не нарисовать иллюстрацию к этой сказке? Ну хорошо, только что же мне нарисовать? Как что? Корзину подснежников, конечно. Рисуй ее в центре и оставь место по краям. Мы там кого-нибудь еще дорисуем потом. Угу. Сейчас контур обведу карандашом, а потом уже буду красками. Конечно, творческий процесс – это творческий процесс. Делай, как тебе удобно. Да, мамуль, как-то это глупо. В декабре требовать подснежники. Да, но если бы королева не совершила эту глупость, то не было бы и сказки. Представляешь, по этой сказке был создан мультфильм, который так и называется «12 месяцев». Хочу посмотреть про капризную королеву. Почему понадобились именно подснежники? Ну и давай посмотрим. Год, Ваше Величество, состоит из 12 месяцев. Месяцы идут один за другим. Каждый месяц приносит нам свои подарки и забавы. Декабрь, январь, февраль, катание на коньках, масленичные балаганы. В марте начинается снеготаяние. В апреле из-под снега выглядывают первые подснежники. Неужели? Я хочу, чтобы уже был апрель. Я очень люблю подснежники. Но это невозможно, Ваше Величество. Ваше Величество, это не я, это закон природы. Я издал новый закон природы. Порвите до рассвета подснежников простых, и вам дадут за это корзину золотых. А у нас, как назло, самая большая корзина прохудилась. Какая-то мачеха жадная. И неужели она отправила эту девочку в лес? Да, представляешь, причем девочка только-только из лесу вернулась. Она ходила за хворостом. И что, она пошла? Пошла в лес. А как было не пойти? Вот послушай. Иди и без подснежников не возвращайся. Падчерица закутывается в платок, берет корзинку и уходит. Молчание. Старуха, оглянувшись на дверь. И дверь-то за собой как следует не прихлопнула. Дует как. Прикрой дверь хорошенько, доченька, и собирай на стол. Ужинать пора. Занавес. Ну,
как же она послушалась? Почему она не сопротивлялась? Но она была очень добрая девушка. Добрая и послушная. Ей сказали, иди. Она и пошла. Все закончилось хорошо. Подснежники она в декабре в лесу все-таки нашла. А как зимой найти подснежники? Только нужно какое-то чудо. Именно чудо с ней и случилось. Она встретила 12 месяцев, которые грелись у костра. И месяцы февраль и март уступили место братцу апрелю, чтобы тот буквально на несколько минут взял власть над силами природы. Вот бы увидеть, как это было. А мы сейчас с тобой и увидим, как это было в мультфильме. Разбегайтесь, ручьи! Растекайтесь, лужи! Вылезайте, муравьи, после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Колечко, которое они ей дали, волшебное? Конечно, волшебное, ведь они волшебники. Она может бросить это колечко, и они в любой момент придут к ней на выручку. Я хочу нарисовать братца Апреля. Он добрый и помог бедной девочке. Правильно. А какой он у тебя будет? Можно нарисовать из мультфильма или из книжки. А можно нарисовать абсолютно своего? Ну, хорошо. Я его сначала обрисую, потом нарисую. Давай. А каким ты себе представляешь братца Апреля? Как он, по-твоему, выглядит? Ну, веселый месяц в сапогах с колпаком на голове. Он будет как мой старший брат Лука, ну, лет 16. Хорошо, интересно, заинтриговал. Что было с девочкой дальше? Хочешь почитать? Да. Давай. А дальше вот что. Принесла падчерица цветы домой, целую корзину. Мачеха и ее дочь взяли ее и потащили во дворец. А там должен был состояться праздничный бал в честь празднования Нового года. Но королева никак не хотела начинать праздник без цветов. Новый год не наступит, пока я не разрешу. Завтра будет 33 декабря. Послезавтра 34 декабря. Ну, как там дальше? Профессор, говорите вы. Профессор, растерянно. 35 декабря, 36 декабря, 37 декабря. Ну, это невозможно, Ваше Величество. Вы можете отрубить мне голову, можете посадить меня в тюрьму, но 37 декабря не бывает. Видишь, профессор взбунтовался. А потом мачеха со своей дочкой принесли королеве корзину подснежников, но ей стало этого недостаточно. Она захотела увидеть все 12 месяцев разом, отняла у падчерицы колечко и бросила его озимь. И знаешь, что началось? И буря, и дождь, и ветер, и снег, и метель. Все одновременно. Эта несчастная королева со всей своей свитой замерзла, промокла, испугалась и взмолилась о пощаде. А самое главное, что все поняли, что такие капризы, как подснежники в декабре, до добра не доводят, потому что все должно идти своим чередом. А 12 месяцев потом наши падчерицы сделали королевский подарок. Подарили ей новые сани и кучу красивой одежды. Давай посмотрим продолжение? Давай. Жаль в таких башмачках по сугробам бегать.
речки лесные, есть ли санки расписные, соболями крытые, серебром обитые. А что стало в конце концов с мальчиком и ее дочкой? Они получили по заслугам. Но давай не будем все сразу рассказывать. Дочитаем книжку, досмотрим мультик и тогда узнаем. Давай. А ты нарисуй еще что-нибудь. Можешь нарисовать волшебное колечко? Да. Мам, смотри, какое прекрасное колечко получилось. Очень красивое. А давай ты читаем книжку завтра. А то я хотела еще на лыжах покататься. Всему свое время. Согласна, Ваня. Лео – это бренд товаров высокого качества для развития и детского творчества. Наборы карандашей, красок, пластилина абсолютно безопасны для подростков и детей от года до 12 лет. Предназначен для занятий дома, в школах, детских садах и изо-студиях. Лео – это творчество. Ребята, присоединяйтесь к нам с Ваней. Что будем вместе делать? Читать, рисовать и мультики смотреть. Пока! Пока!